Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии. Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила каждого из вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Мы переживаем тебя на этом месте, Авва наш. Сейчас ты прикасаешься к нам один за другим. Ты исцеляешь больных, ты освобождаешь пленников, ты утешаешь сокрушенных сердцем, ты укрепляешь слабых, даешь новую надежду. Иисус, ты благ ко всем нам. Отче, ты открываешь нам свое сердце через уста своих слуг. Помажь своего слугу, Авва, чтобы мы сидели в тишине рядом с тобою, слушая твои послания. Мы молимся во имя Иисуса. Давайте вместе скажем «Аминь». Давайте поаплодируем Господу. Скажите «Да!» «Аллилуйя!» 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 «Аминь!» Пожалуйста, садитесь, возлюбленные. Шалом, возлюбленные во Христе! Вы помните историю Гедеона? Бог использовал его,
для того, чтобы освободить евреев от мадианитян, которые держали их в рабстве 7 лет. Возлюбленный Гедеон был избран. Бог сказал ему: «Собери евреев». И собралось 32 тысячи человек. «Теперь я буду выбирать. Скажи им, я буду выбирать». Кто боится воевать с мадианитянами? Пусть идет домой. Из этого множества людей 22 тысячи ушли домой. Представьте себе. И только 10 тысяч осталось. Возлюбленные, это прообраз христиан. Предположим, что это 32 тысячи христиан. Кто боится, пусть идет домой. И те христиане, которые не понимают, что наша жизнь — это духовная война, они боятся и не понимают. Если их спрашивают: «Ты хочешь победить это?» Они боятся и не понимают, и поэтому идут домой. Осталось лишь 10 тысяч. Это прообраз христиан, которые понимают, что христианская жизнь — это духовная война. Скажите «Аминь». Кто из вас похож на эту группу? Это победители. Поднимите свои руки, если вы понимаете это. Это победители. Вы можете похлопать, а можете помахать мне рукой. Когда Господь Иисус увидел 10 тысяч, то сказал: «Это все равно слишком много». Они понимают, но их все равно слишком много. Теперь ты должен испытать их, как Господи. Попроси их попить немного воды. И они начали пить. Там были люди, которые пили вот так, постоянно глядя на воду. Но там также были люди, которые набирали воду в ладонь. Их глаза не были обращены к воде. Они постоянно смотрели вперед, и именно таких людей отделили на это дело. Число людей, которые все время смотрели на воду, было 9700. И только 300 человек брали воду в свою ладонь и пили ее вот так. Возлюбленные, это прообраз христиан. 9700, будьте осторожны. Многие христиане понимают и знают, что наша жизнь — это духовная война, и что мы должны побеждать в ней, но их глаза все время обращены к воде, которая означает благословение Божие. Благословение, благословение. Их жизнь строится лишь на благословениях, благословениях. Будьте осторожны, возлюбленные. Вы помните, когда Господь Иисус рассказывал притчу о сеятеле? Он сказал, что третье зерно упало в тернии. Оно выросло, но не было нормальным. Его душили тернии. Оно не могло принести плод, и поэтому в итоге умерло. Господь Иисус сказал мне, что это прообраз христиан. Сначала они растут, но это не нормальный рост. А почему? Потому что их душат заботы мира, обманчивость, богатство и услады жизни. Возлюбленные, это образ тех 9700 человек. Но 300 пили воду, черпая ее. Их глаза не были постоянно обращены к воде. Они всегда смотрели вперед. Они смотрели только вперед и пили столько, сколько им было нужно. Возлюбленные, именно таких людей избрал Бог. Это удивительно, потому что Господь говорит мне об этом, о 300. Вы хотите оказаться в числе 300? Аминь.
Кто из вас хочет этого? Берегитесь оставшихся 9700. Господь напоминает нам, что Царство Божие — это не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Духе Святом. Кто этим служит Господу, тот угоден и ему, и другим людям. Обратите на это внимание. Все слуги Божии. Господь напоминает нам, что Царство Божие — это не вопрос пищи и питья, но праведность, мир, радость в Духе Святом. Кто служит Господу так, тот угоден ему и людям. Давайте поаплодируем Господу. Запомните это. Возлюбленные мои, восплещите ему руками. Я всем сердцем верю, что мы должны поставить себе цель стать армией Гедеона, состоящей из 300 человек. Это армия Гедеона. Их глаза были обращены только вперед. Ваши глаза могут обращаться к воде время от времени, но вы должны сфокусировать свой взгляд на цели. Кто я, Господь? Кто я, Господь? Возлюбленные, как христиане, мы должны всегда помнить о том, что мы невеста Христова. Аминь, возлюбленные, я солдат Божий. Это тоже правда, я друг Божий. Иногда мы думаем, что раз мы являемся Божьими друзьями, то можем жаловаться, мы соработники Божии. Это хорошо, мы дети. Не забывайте также, что мы и слуги. Мы также слуги. Мне 69 лет. Господь обратился ко мне и сказал: «Ника, помни, что ты мой слуга». Господь показал мне это. Возлюбленные, почему Господь просит нас быть Его слугами? А потому что Господь Иисус сам был слугой. Он стал слугой. Я хочу, чтобы мы прочитали об этом месте. Давайте прочитаем. Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. Давайте читать вместе. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вы готовы сказать на это «Аминь, возлюбленные»? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Он прославил Его. Давайте же и мы прославим нашего Господа, поаплодируем Ему. Давайте поаплодируем нашему Господу. Громче, не стесняйтесь. Давайте вернемся к этим людям, к 300, к армии Гедеона из 300 человек. Господь дал им оружие. Какое оружие? Первое — это трубы. Им дали пустые горшки, факелы. Факелы были в горшках. А затем Господь сказал Гедеону: «Вот, что тебе нужно сделать. Когда ты столкнешься с врагами, не нападай на них. Гедеон, у тебя очень много человек. Что ты должен сделать? Ты должен разбить горшки. Должен разбить пустые горшки. Ты должен разбить земные сосуды, чтобы открылись факелы. Тогда возьми факел в левую руку, а трубу в правую и подуй в трубу». Что случилось, возлюбленные? Внезапно в лагере мадианитян возникло смятение, и они поубивали друг друга. А в итоге победа досталась израильтянам. Давайте поаплодируем Господу. Давайте восплещем руками. Возлюбленные во Христе, этим людям и нам в первую очередь даются трубы. Они говорят о молитве, хвале и поклонении в единстве днем и ночью, для того, чтобы восстановление скинии Давидовой, которое Господь дает нам, было эффективным в земных сосудах. Должны быть факелы. Их нужно разбить, раздробить на кусочки. Для чего же нужно это сделать? Чтобы огонь Христа, а не нас, открылся через нас. Земные сосуды нужно разбить. Для чего? Опять же, это нужно для того, чтобы то оружие, которое дает нам Бог, было эффективным. Это оружие, которое Бог дал нам, должно быть действенным. Вот почему и мы должны быть готовы разбиться. Готовы. Ваше «Аминь» звучало отстраненно и тяжело. Но для чего? Чтобы в нас явился Христос. Ведь Господь хочет, чтобы мы уменьшались, а Он увеличивался, увеличивался все больше. Не воинством и не силой, но Духом Божиим, говорит Господь. Вот чего желает наш Господь. Вот чего Он желает. Аминь, друзья.
«Возлюбленные, я не знаю, какая гора перед вами. Если гора кажется высокой, не бойтесь, потому что Господь понизит ее духом моим, говорит Господь. Не используйте свою силу, не используйте свою силу». Вот почему мы должны быть готовы сокрушиться, чтобы сказать следующие слова. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Diutus Bapa. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Diutus Bapa, buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Jemaat saja katakan, ku buka hati, ku buka hati. Buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю. Betapa indahnya dan betapa bila saudara seiman hidup dalam persatuan lagi. Oh betapa indahnya.
sebelah kanan kirimu.